И всем привет, с вами Якун-61, и это новый выпуск новостей из Якунска. В общем, друзья, обновления есть, то, правда, не очень большие, как хотелось. Сейчас я нахожусь рядом с магазином «Пятерочка» на улице Яунис, Артема Яуниса. Кто не знает, Артем Яунис — это мой, можно сказать, зритель моего канала, сам ютубер тоже. Так, короче, в общем... Первое маленькое обновление, это в том, что я продлил улицу Калинина до улицы Яуниса. Перекресток находится очень вдали, вот где-то тут. Летим на него. Кстати, вот снесенная деревня, житель вот здесь, для того, чтобы построить. И вот здесь уже соединяется дорога. Тут у нас улица Калинина. Проезжаем дальше. Так, ребят, я снова здесь. В общем, мы добрались до улицы Калинина. Здесь я нахожусь рядом с недостроенной школой номер 5, которая до сих пор до сих пор строится. Вот, собственно, мы находимся вот здесь вот. Теперь улица Калинина уже связывает не только проспект Сушиновского и Советскую улицу с мостом, но и теперь еще и улица Яуниса, то есть береговую часть, сейчас как побережье реки Святой Савелий. Так, ребят, мы продолжаем наше видео, и второе, микроскопическое, если так можно назвать, обновление, это то, что я добавил полочки для товаров в магазине «Перекресток» на улице Защипиной. Ну, здесь обычно... Ну, ничего сказать, не могу. Просто обычные полки для того, чтобы разложить товары. Ну, и шалкивые ящики тоже добавил. Ну, а третье... обновление, которое недалеко находится. Я определил улицу... То есть, какую нафиг улицу? Реку. Да. Я определил реку Святой Савелий. Так, вот она идет мимо этих жилых домов. Идем дальше. Вот здесь она останавливается вот здесь, вот, рядом с этими многоэтажками. Дальше идет поворот вот сюда, мимо жилых домов. Еще один маленький поворот. И мимо гипермаркета Икея, вот, любой убать. И вот такой вот, мимо, через мост такой вот, который внутри пусто. Так, ребят, извиняюсь за очередную паузу, в общем, вот у нас мост, то есть, типа, переправа через реку. Вот здесь вот река продолжается. Но я бы мог бы назвать, типа, мост-арка, потому что вот так... Потому что это, типа, как переправа через реку, но выглядит очень красиво. Вот так вот все это выглядит под водой, типа, опоры стоят там, чтобы автодорога держалась. Вот, автомобильная дорога, тротуары тоже держались, и другие прелести. Так, ну вот дальше у нас вот такие вот светильники стоят, типа, освещение стоит. Но я бы мог бы немного улучшить, переправу, поскольку эту переправу, ну, типа, добавить узоры, типа, крестики там. Ну, я как-нибудь, возможно, сделаю потом. И покажу, как выглядит эта арка в ночные часы. Так, давайте запишу. Time night. Вот так вот зажигаются у нас вот светильники, становится красиво. В общем, вот такая вот красотень. И на этом, друзья, я хочу завершить выпуск, ребят. Насчет аквапарка, ребят. Аквапарк будет, но чуть попозже.
И на этом я завершу выпуск новостей Акуманска. Всем спасибо за просмотр. Подписываемся, ставим лайки, пишем идеи, что построить. Ну и, конечно, идеи, что показать детально вам. И да, я планирую сделать экскурсию по Якуманску. Если хотите это увидеть, то смело ставьте лайк. Что ж, с вами был Якуман-1, я являюсь основателем и владельцем города. Всем удачи и всем покедова.